Выставка эстонского художника Рафаэля Арутюняна проходила в Таллине с 5 по 19 августа 2002 года. Выставочные залы, которые заняла экспозиция из более 230 работ, как и 5 лет назад, была устроена по адресу Закала 3. Еще недавно эти помещения принадлежали президенту Эстонской Республики для встреч важных делегаций. Теперь эти просторные залы можно было использовать для проведения выставок. Нами было арендовано более 400 квадратных метров для основной экспозиции и презентации. Но, учитывая масштаб выставки, вы видите, что свободного места практически не было. Для развешивания картин нам пришлось построить временные стены, иначе ни одно специализированное помещение в Таллине на сегодня не было приспособлено для такой большой выставки. На презентацию выставки, которая проводилась 3 августа, были приглашены друзья и знакомые художника, представители посольств иностранных государств и пресса. На презентации присутствовало более 200 человек. Milline näitus oli siis ja milline on praegu, võin öelda, et see on sellise efektiga nagu lõhkenud mäed. So if I compare it... Южный темперамент и северная стойкость. Эти слова, давным-давно сказанные преподавателем художественного института Оловом Мяни в адрес Рафаэля Арутюняна, вынесены в девиз его выставки и теперь сопровождают все публикации о художнике.
С особой нежностью художник сделал серию портретов своей любимой внученьки. Рискну предположить, что сам художник занят иным. Он творит свою вселенную. Разумеется, по образу и подобию той, что существует реально, но все же преобразованную его видением. И относительно самостоятельную по отношению к существующему в действительности миру. Общность между миром реальным и миром, возникающим в изображении Арутюняна, заключается в том, что этими мирами движут одни и те же, или, по крайней мере, схожие механизмы. Разница в том, что художник стремится обнажить эти механизмы и дать свое к ним отношение. Холст и краски, традиционные средства выражения, дополняются объемными предметами, приклеенными на поверхность холста. Этот прием коллажа в чем-то повторяет манеру художников поп-арт, но смысл и задача приема здесь иные. Картина на религиозную тематику «Вселенский плотник». Рядом с изображением Христа натуральный плотницкий метр и рубанок. Не новые. Дерево рубанка отполировано руками мастерового. Метафора здесь возникает очень емкая, многослойная. Для примера можно вытянуть из цепочки переплетенных ее смыслов один. Истинный Христос прежде всего работник. Он работал с тугим и неподатливым человеческим материалом, чтобы извлечь из грубых бревен тонкие и чуткие движения души, превратить чурку безликую заготовку в человека, свободно и искренне верящего в то, что Бог есть любовь.
Живописец Рафаэль Арутюнян – это другой Рафаэль Арутюнян? Отчасти да. Если разобрать на составляющую ту двучленную формулу, которая характеризует его творческую натуру, то покажется, что Север остался в скульптуре, а в живописных полотнах торжествуют яркие краски Юга. Художник – прекрасный портретист. И в скульптуре, и в живописи, и в графике. Если портрет трагичен, то в нем прочитывается судьба. Если спокоен, то полон гармонии и любви.